7 ноября 21.25 поступила информация на пульт управления 101 о том, что в 29-м микрорайоне А произошло обрушение, взрыв с последующим обрушением, частичного обрушения здания. В настоящий момент нашими сотрудниками службы пожаротушения, департамент полиции, представители акимата, аварийных оперативных отрядов проводятся работы по расчистке частично обрушенного здания. На данный момент могу только об этом сказать. Второе, мы с хозяином разговаривали. Хозяин утверждает, что он 6 часов закрыл столовую, и там люди не находились. Скорую помощь никто еще не обратил.